Стоило моему каналу на Яндекс.Дзен по истории рухнуть, как некоторые сразу начали подшучивать и злорадствовать. Типа, Игорь, скоро, похоже, ты устроишься на обычную работу и будешь ходить 5 дней в неделю с 9 до 6, как ты и не хотел. Да что говорить, даже мои друзья писали мне и говорили, ну что, Дзен, у тебя похоже все, накрылся. На самом деле все не совсем так, потому что у меня три канала, ну да, три канала. Один канал по истории, один личный блог и канал про фильмы. Канал про фильмы я давно уже так слабенько веду, там одна-две статьи в неделю, ну иногда часто пишу. Канал по истории, ну я про него уже все рассказал, наверное, то, что хотел, в подсказках прикреплю. С того момента мало что изменилось, ну там на самом деле несколько тысяч дочитываний все-таки добавилось, парочка может успешных статей каких-то появилось, но в целом по заработку там он скатился очень сильно вниз, там, одно время я рассказывал, что он 4,5 тысячи в день приносил, так вот он там до 50 рублей скатился, ну 4,5 тысячи это конечно не каждый день, но стабильно там по 1000 меньше больше приходило, так вот сейчас скатилось до 50 рублей, Но ну, вот мне удалось выровнять какую-то, поднять немножко статистику до 150 рублей, вот, и поэтому, наверное, некоторые и написали, что придется, похоже, на работу обычно устраиваться, но все же не так просто, потому что у меня же 3 канала, и вот где-то с 5 числа, когда вот этот вот канал просел по истории, хотя я не помню, когда он просел, но с 5 числа начал расти канал Игорь Кретов. Это я к чему? Это я к тому, что, возможно, с этого момента дзен поменял какие-то алгоритмы, и теперь не так сильно котируются каналы анонимные, а сами дзеноводы хотят видеть на своей площадке какие-то каналы с лицами, то есть авторские каналы. Возможно, так, это, конечно, только мое предположение, но тем не менее, из тех, с кем я общаюсь, те, кто ведут такие авторские каналы, у них тоже наблюдается некоторый подъем, где автор, скажем так, светит лицом. А это кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Ну и в общем, чтобы наглядно продемонстрировать, что там происходит с каналом Игорь Кретов, который личный блог, я вам, наверное, статистику эту и покажу сейчас. Собственно, давайте заглянем. Ну и вот, началось это с 5 числа. Так, тут у нас какой-то праздник, а он День народного единства. День народного единства был у нас 4 -го, 11 -го, и в этот день было где-то 11 тысяч посетителей. И на следующий день вот как раз выросло, то есть 25 тысяч посетителей. Тут вот более-менее стабильно держалось, в принципе, все выходные. То есть 19 тысяч, Потом где-то 20 тысяч, потом опять росло в воскресенье, что удивительно 22 тысячи. 26 тысяч, и потом спад опять был после 9 числа, то есть упало до 13 где-то, потом еще ниже упало до 9, -ти, 9, -ти, и опять всплеск произошел где-то у нас вот э, 17 числа до 28 тысяч, до 33 тысяч. Самый пик у нас был где-то вот 23 -го 11 -го, 67 тысяч посетителей у нас было в этот день, потом опять снизилось, но в принципе тут стабильно, то выше, то ниже, то выше, то ниже. Вот сегодня у нас где-то было 24 тысячи в среду. Но, к счастью, день еще не закончен, и я думаю, цифра еще под Растет. Я вот надеюсь, что она все-таки переплюнет вот эту цифру, которая была в предыдущий день. В предыдущий день у нас было 30 тысяч, ну еще 6 тысяч до побития этого рекорда вчерашнего, это не рекорд, но тем не менее. Ну, всех, наверное, еще интересуют деньги, которые приходят с этого канала. Давайте перейдем во вкладку монетизации. Там, конечно, никаких баснословных цифр нету, но тем не менее, в принципе, неплохо приходит. Давайте посмотрим. Вот у нас 2 декабря у нас пришло 2000, 1500, 1395. Ну, вот такие вот нас интересуют. Вот мы начали смотреть с 5 числа. Давайте до 5 пролистаем. То есть он приносил где-то у нас намного меньше. Я тут вывел после 12, поэтому отмечено как 6 ноября 417, 6 ноября следующего дня тоже 400 рублей. И вот с этого момента, как цифры выросли, стала приходить более-менее нормальная сумма. То есть 971, 700, 700, 1000, 1060, опять 700, в зависимости от числа посетителей, опять же. Ну, это и так всем понятно. И вот последнее время там около 1000 стало приходить, 1000-1500 где-то в день иногда 2,5. Ну тут, конечно, 25 ноября вот этот всплеск отметился, 2341, тут он у нас вот 25, за 25, но 23, два дня отматываем назад, получается за 23 у нас пришло, вот 25 за 23 пришло 2341. Согласен, не самая дорогая реклама, но у меня почему-то так происходит, чем больше посетителей, тем почему-то дешевле реклама становится. Может быть у кого-то так, может у кого-то не так, ничего не могу сказать о причинах такого вот поведения монетизации. Причем статьи откручиваются не совсем новые, то есть не последние, вот если если перейти сейчас в вкладку публикация, посмотреть на последние статьи, то они в принципе и не зашли. То есть сколько у нас было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь статей назад, то есть это 27 ноября, более-менее последняя статья зашла, она была 39 тысяч дочитываний. Про мои ощущения в Петербурге, скажем так. Вот, до нее статья какая зашла. Опять же, много чего не зашло вообще. Вот, 97 тысяч дочитываний про отношения женщин и мужчин. Ну и дальше, если тут смотреть, то, в в принципе, вот еще статья «Зачем в Петербурге ставить ножки кровати в чашку с водой?» То есть статьи про быт. То же самое у меня было со статьей про коммуналку самую первую, она неплохо зашла. Вот, про то, как уволился с работы, 39 тысяч дочитываний. Если все это на месячном графике смотреть, то в принципе набирают -то в основном несколько статей. То есть раз, два, три, четыре, пять. Ну, ну вот эти вот уже меньше-меньше. Но в основном весь трафик делают вот 4-5 статей. Я пробовал на этот канал добавлять какие-то видео отдельные. Я пробовал на этот канал добавлять галереи отдельные. Но галереи вообще не зашли с видео, такая ситуация, их надо делать какие-то интересные, просто какую-то нарезку, да с галереями в принципе то же самое ситуация, нужно что-то интересное, а для того, чтобы снять что-то интересное, нужно опять же время, нужна идея, если у меня появляется интересная идея, то я лучше сделаю интересную статью из этой идеи, можно конечно делать и видео, и статью на одну тему, или там галерею, но опять же они не должны дублировать друг друга, то есть в статье или в галерее уже должно быть, или в видео опять же, должно быть что-то новенькое, уникальное, чтобы они прям не копиями Друг друга были, иначе можно в принципе ограничения получить. Хотя тут нужно постараться, я не знаю, как тут можно так залететь. Возможно, снять видео, где ты что-то рассказываешь, а потом сделать стенограмму, переписать это в текст, и тогда будет признано дублирующим прям контентом. Но у меня-то, в принципе, видосы, которые я там выкладываю на канале, вообще без слов. То есть последнее видео, которое набрало там больше тысячи просмотров, оно вообще о том, почему в квартире, которая у нас в Челябинской области, течет вода с потолка. Мы залезли на крышу, начали чистить снег, чтобы не капало, а там целый ручей. То есть какое-то время я взял телефон, заснял вот этот весь ручей и выложил Живу, как бы вот недавно надо Дзен набрало пока 1000 просмотров. Кстати, надо об этом еще и статью, наверное, написать и посмотреть, что будет. Ну так ради эксперимента. Хотя, на мой личный взгляд, видосы и галереи, даже которые не заходят, они в принципе оказывают положительное влияние на канал. То есть какие-то люди переходят, как-то вот э, новая аудитория появляется. Ну и что-то такое неосязаемое, необъяснимое, воздействующее на алгоритм Дзена, который начинает, видимо, что-то лучше продвигать. Но это только предположение. Неосязаемое необъяснимое это я не про энергию энергетические шары Эша и всякую такую ересь, про которую я рассказывал в одном из своих видео про комментаторов Дзена. Если что, в подсказках прикреплю, посмотрите. У меня, кстати, с этого видео больше всего отписок и дизлайков. Видимо, люди все-таки верят в какие-то вот такие вот сверхъестественные вещи, а я их попытался разубедить. Но я еще раз повторюсь, ничего сверхъестественного в этом мире не существует. Все, можете бежать, ставить дизлайк мне. Но продолжим для здравомыслящих. Вести этот канал Игорь Кретов я, конечно, продолжу, потому что сейчас это основной мой источник дохода, скажем так. Хотя и канал, который по истории, я тоже продолжу выводить, пытаться вывести канал про фильмы. Он так, дополнительно у меня будет, какие-то деньги он приносит, там 50-100 рублей в сутки. Ну и пусть приносит, раз в неделю статейку буду выкладывать. Вот, канал по истории меня вчера не то чтобы порадовал, но был, стало немножко лучше. То есть приносил он там около 100 рублей, сейчас там 150, под 200 рублей уже приносит. Может быть и удастся как-то достичь прежних показателей. А не удастся, ну ладно, вот для души там писать. Что касается канала Игорь Кретов, то, в принципе, я планирую выкладывать и видосы дальше, и статьи. Галереи, ну, как бы с галереями у меня беда, ну, самая большая проблема, на мой взгляд, для такого канала, как Игорь Кретов, для личного блога, это то, что постоянно нужны какие-то хорошие, качественные снимки. Чтобы снимать хорошие, качественные снимки, нужно оборудование. С фотоаппаратом, если честно, вообще неудобно ходить. А телефон у меня старый и делает какие-то не очень качественные фотографии, то есть это iPhone 6 у меня, и я с ним хожу, и у меня как-то мне не нравится то, что получается, а уж если ночью фоткаешь там вот фонари вот эти вот которые огни по всему городу они как-то вот э, расплываются по экрану картинка получается какая-то смазанная не очень хорошая в общем либо тут надо телефон новый с хорошей камерой покупать либо не знаю с фотоаппаратом также ходить хотя и качество фотоаппарата вот если свет не выставляешь то какая-то фигня получается. О том, на какой фотоаппарат я записываю, какое у меня оборудование для звука, это все я рассказывал уже. А в подсказках прикреплю, если интересно, какое оборудование. Много раз просто этот вопрос в комментариях возникает. В общем, в подсказках вот посмотрите, каким оборудованием я уже пользуюсь. Это оборудование я использую там и для Яндекс Яндекс.Зена, чтобы делать какие-то фотографии, когда там ходишь, фотографируешь что-то, если телефона под рукой нет. Вернее, наоборот, если телефон под рукой есть, а камеры под рукой нет. Но ну, у меня, конечно, на ноутбуке еще огромный архив фотографий, фотографий старых, причем с танцев очень хорошие фотографии остались, хотя тема про танцы не заходит почему-то вот на моем канале. Может вообще ни у кого не заходит. Вот. И я уверен, что у каждого из вас есть на старых телефонах, где-то на новых телефонах, на компьютере большой огромный массив своих фотографий личных. Так почему бы, если вы ведете личный бог, не использовать эти фотографии на какую-то тему? То есть это намного лучше, еще раз повторюсь, для тех, кто ведет вот личный блог, личный канал, намного лучше использовать свои уникальные фотографии, чем брать их с фотостопа. С фотостоков. с фотостоков вообще беда, некоторые берут эти фотографии, и они, прям видно, что они постановочные, прям видно, что они дешевые, и видно, что статья сразу создается такое впечатление, что автор просто взял там, не знаю, текст какой-то, перера... перерайтил его, блин, не выговоришь, перерирайте его. Перерерайтил его, и вот тебе и результат, и никто такой читать и не будет. Я многим об этом говорю, что когда мне скидывают каналы, говорят, посмотри, я говорю, ну блин, у тебя нет уникальности, у тебя нет твоей истории, ты свой опыт не описываешь, почему люди должны это читать, почему люди должны вообще перечитывать интернет, ты переписал интернет на свой канал, и почему люди должны вообще это читать. Не, я согласен, если там что-то прям интересное, если что-то такое редко упоминающееся, то, конечно же, будет это кто-то читать. Но тут момент такой, если вы возьмете что-то это уникальное и приплюсуете это к личному опыту, сами переживете, сами оцените, сами это сфотографируете, покажете людям, то это будет иметь больший успех. Ну а так, если вы заметили, то на канале Игорь Кретов у меня там просто канал экспериментов, скажем так, по поводу темы. То есть то я пишу про еду, то про то, как мне живется в коммуналке, то про то, как я где-то на танцах танцевал, то про то, как мне не нравится, что машины везде Петербург заполонили, то еще что-то пишу, что вижу, то и пою, скажем так. Ну и на основе этого я делаю какие-то выводы, и некоторыми выводами делюсь с вами. Хотя, когда пишешь на кучу разных тем, возникает еще одна проблема. Да еще и на трех каналах, кстати. Возникает такая проблема, что ты забываешь, о чем писал, о чем не писал. И когда я начинаю писать новую статью, у меня почему-то возникает мысль, что я об этом уже писал. Вот, кстати, вчера возникла такая мысль, и я почему-то стал листать канал, искать эту же статью. И нашел я на канале по истории пытался написать второй раз на одну и ту же тему. Вот такое вот бывает. Я, кстати, не знаю, как бы Дзен к этому отнесся, если бы я все-таки не посмотрел и не нашел и написал бы опять на одну и ту же тему, возможно, меня бы и даже не забанили за это. Ну, потому что текст-то не совпадает, текст даже не рерайт, все совсем по-другому, совсем-совсем по-другому изложенный материал. Но я, к счастью, написал всего один абзац и понял, что вот так вот я просто волосился. Пришлось искать другую тему и писать на другую тему. И еще один вчера казус со мной не очень хороший случился, я начал писать на один канал, а, к сожалению, выложил статью на другой канал. А и после того, как ты нажал, нажал уже опубликовать, пусть даже ее опубликовать в Отложенные, то уже смысла переопубликовывать, копировать куда-то нету, потому что дзен уже нач начал индексировать этот текст. Если ты перенесешь этот текст уже опубликованный, в отложенных даже на другой канал, то это будет как дублированный контент. По крайней мере, мне так в поддержке ответили, когда я задавал этот вопрос. В общем, не очень хорошо получилось, эта вся путаница с кучей каналов меня немножко поддостала. Так что, возможно, это и к лучшему, что со временем у меня останется всего один канал, а остальные дзен у меня порежет. Но Дзен это не призыв к действию. Вот. Я готов страдать и вести все так же три канала. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на вот этот вот четвертый канал на Ютубе. А на Дзен можете тоже подписываться. До новых встреч, пока. И на Инстаграм, кстати, тоже подписывайтесь.